Камила Донсье была моделью его нескольких полотен, включая такие, как «Женщины в саду», где для всех женских фигур на полотне позировала Камила. Мане был влюблен в девушку. В ней видна любовь к настоящей, живой девушке. Говорят о том, что Мане и не нужен был идеал. Он писал то, что видел, то, что любил всем сердцем и хотел передать во всей полноте образа. В творчестве этого художника основной мотив – природа, столь яркий и запоминающийся, что даже если на картине изображен человек, он кажется, если не частью этого буйства природы, то, по крайней мере, находится в гармонии с ней.